Всем здрасте. Вот решил снять еще одно видео по своим станкам, потому как начали задавать вопросы более конкретные с размерами. Я в первом видео так не особо все поизмерял. Сейчас постараюсь поподробнее пообъяснить. Вот пустой станочек. Значит, вот так вот он выглядит. То есть сами стойки у него, получается, идут ровно. То есть между стойками что ширина, что длина идет 2 метра. Сама перегородка, именно где сидит свиноматка, вот это конкретно, у меня 90 сантиметров. Это для большой свиноматки самое то, что надо. Здесь, значит, между перекрытиями, да, здесь каждый 15 сантиметров идет. То есть меньше как бы делать не нужно, а больше засовывают морду и пытаются развернуться. То есть 15 сантиметров — это самый оптимальный вариант. Высота, значит, идет 25 сантиметров. Корыто у нас на высоте, ну, если до верха получается 37, а донизу 25 получается. Снизу, кстати, тоже нужно поставить вот такие, чтобы поросята была у меня стояла одна и застревали. Нужно ставить две. Здесь тоже ставил распорки, именно чтобы держали саму перегородку. На каждом базу стоит распорка. А вот эта распорка помогает, бывает, когда первый раз загоняешь, пытается выпрыгнуть, она им не дает выпрыгнуть. Это тоже очень удобно на каждом базу. Ну и, в принципе, под лампочку как раз получается. У всех красные лампы вешаю. Так, что еще? Калитка шириной, значит, идет 90. Здесь тоже поставил такие сетки, чтобы поросятки не убегали. Поначалу ставил здесь, везде такие поставил. Поначалу делал такие вот из прутиков. Но они начинают подрастать и перепрыгивают их с легкостью. Доски по высоте всегда поднимаю. Одну-две доски, чтобы не бегали. Все, всем пока, подписывайтесь на канал.